Всем привет! Сегодня маленькая распаковочка долгожданной посылочки. Здесь должен быть телефон. Сейчас мы распакуем, посмотрим, что в этой посылочке. Телефон Дуги X5 модель. Упакован хорошо. Посылочки больше ничего нет. Открываем. Пупырка с китайским воздухом. Внутри в комплекте SD-карта, microSD. С адаптером. Должна быть на 32 гигабайта. Это мы посмотрим чуть позже. Нас интересует телефон. Красивая черная коробочка с надписью X5. Кому интересно, может быть, поставит на паузу, прочтет, что тут написано. По большому счету, все характеристики можно прочитать в интернете. Вскрываем. Так, что дальше? Дальше здесь должна быть штучка. Открываем. Здесь ничего. Инструкция. Кабель. Зарядка. Посмотрим, насколько. Если тут будет видно. Нет, надписи не видно. Без опознавательных знаков. Хорошо, дальше посмотрим, что тут у нас. А дальше у нас, собственно, сам телефон. Да. Крышка у нас белого цвета. Попробуем включить. Вряд ли он включится, потому что шел он очень долго. Возможно, даже заклеена батарея. Попробуем открыть. Аккуратненько крышечку, чтобы ничего не сломать в первый же день. Да, батарея заклеена, поэтому сейчас снимем защитную наклеечку. Дуги модель X5 на 2 сим-карты. Вставляем батарею. Закрываем крышку. Пробуем включить. Загружается телефон. Пока он загружается, посмотрим немножко инструкцию. Полиграфия хорошая, цветные фотографии. Это мы посмотрим позже. Вот телефон загрузился. Все работает. Нет сим-карты, окей. Настройки.
что первое впечатление очень приятное. Телефон удобно лежит в руке. Дальше будем смотреть, как он проявит себя в работе. Кнопки не подсвечиваются. Яркость экрана можно увеличить. Это была распаковочка. Дальше мы продолжим тест этого телефона. Пока все.